Привет, мобильные геймеры, с вами Фликер, и я продолжаю играть в Final Fighter и проходить сюжетную кампанию. Что ж, сразу же отправимся сюда. Здесь мы в конце поборемся против Тора, Шанка какого-то. На самом деле это у нас уже вторая, по-моему, третья глава. Получить чемпиона, смотрите-ка, давайте откроем. И еще 5 фрагментов, короче, я получил. Это у нас, как его там, на К как-то, Кейн, по-моему, звали. Что ж, отправляемся, короче, мы сюда. У меня есть вот такой вот персонажик. Можно попробовать им посражаться. Заодно посмотреть на его способности и так далее. У нас тут поменялась локация, более такая пустынная стала. Постапокалиптическая. Ну здравствуй, девчонка. Думаешь, то, что тебе помогают бойцы душ, нас остановит? Хосикукаге, опять ты? У тебя есть выбор. Либо ты пойдешь со мной, сольешься с первоэлементом и станешь гибридом, либо воздушный город ждет пламя и смерть. Оставь воздушный город в покое, ублюдок. Его судьба зависит от тебя. Fight. Так, ну вот тут мы... Ох ты, ух ты, нифига себе, что это взорвалось такое. Этот чувак у нас зонтиком фигачит, ну прикольный. Воу, тихо. Вау. Отлично. Сзади вон... Это что, динозавр, что ли, блин, был? Ух, на, я еще не забыл, как уворачиваться, чувак. Кейоу, ну что-то у нас короткое совсем. Что-то сумасшедший какой-то вообще мужичара. Куи оставляет записку, в которой сообщает о своем решении слиться с первоэлементом. Эта глупая девчонка решила слиться с первоэлементом. Ей нет прощения. Она не из тех, кто жаждет могущества. Должно быть, у нее есть какой-то тайный замысел. Ну, я очень надеюсь. Прикольный такой чувачело. Как его зовут-то, блин, мне интересно. Я тут некоторых уже прокачал себе. Сандьюк какой-то. Охрана, охраняйте средоточие. Зал управления безопасностью на пусковой площадке бойцов душ. Тревога, тревога. Девчонка проникла на пусковую площадку и активировала энергокристалл. Нужно остановить ее. Простите, мне нужен корабль, чтобы добраться до Альянса Священного Огня. Осталось только дождаться завершения зарядки. Fight. Ну окей. Но несмотря на... Ух ты, а что это такое? А, мне, короче, нельзя подпускать к нему вот этих типов, походу. Давай-ка. Супер... Воу. Что-то... А мы можем... А, мы гранату можем кидать. Нифига себе. Так, а с другой стороны у нас тут... О, здесь с другой стороны тоже ползут твари. Так. О, ты оглушился? Так, ты чё? Ну-ка, свалил. Так, чё, кто, где? Используйте бомбу против... Ух ты! Ах ты так! На тебе! Секс! Все. Завалено. Прикольно. Я, кстати, еще вот эту игру скачал на Redmi 7A. Хочу посмотреть, как она себя ведет на слабеньком устройстве. Кстати, скоро сделаю на него видос. И этот видос не будет именно посвящен ему. Это будет видео, короче, во что поиграть на слабом устройстве. И 7A я считаю слабым. Кто не считает слабым, пишите свое опровержение в комментариях, будет интересно почитать. Куи тут нам базарит. 98-99% готово. Прощайте, бойцы душ. Прошу, поймите, я должна защитить своих друзей в воздушном городе. Корабль взмывает в небо и летит к базе свободы, принадлежащей Альянсу Священного Огня. Черт, я опоздал. Куи так странно себя повела, и мне кажется, что это как-то связано с воздушным городом. Я отправлюсь туда, а ты, Масута, отыщи Куи и верни ее. Короче, вот эта девчонка все-таки поверила Хосикусяке, вот этому, и решила пожертвовать тем, что слилась с первоэлементом и примкнула к ним, я так понял, чтобы спасти воздушный город. Однажды я уже не смог помешать Хосикукаге слиться с первоэлементом, и если Куи не захочет возвращаться, моя рука не дрогнет, то есть он ее завалит. Любой, кто захочет стать гибридом, должен быть убит. Вот такие. Мне кажется, среди гибридов есть тоже какие-нибудь повстанцы, которые не по своей воле слились с этим гибридом и вот живут где-то там в подвале. Так, начать задание дня. О, у нас задание дня есть. Так, давай вернемся. Что за задание дня?
Здесь можно просматривать записи о битвах за день, достигать целей и получать крутые награды, наверное. Так, XP получили. Опыт типа, ух ты, нифига себе. Глава вторая завершена, тут много всего я получил. Not bad, чемпиона. Так, ну это, кстати, у меня новенькая, с йо-йо она что ли? Прикольно. Чем мы тебе можем использовать все, развить чемпиона. Давай развить еще раз. Все, короче, закончилось. Окей. Не, давай вернемся и в испытание. Так, мне предлагают вот этого чувачка взять. Так, что это такое? Ну, я нажал. Вот, здесь у нас еще есть стили. То есть в других файтингах это обычно классы. Здесь у нас стили. Выберите чемпиона, чей стиль боя дает преимущество над противником, и получите бонус к параметрам. Ну, тут как раз показывается, кто над кем круче. И вот мне предлагают Масуту взять. Ну, давайте попробуем сразиться. Загрузки, кстати, на iPhone 8 Plus достаточно быстрые. База бойцов душ месяц назад. А, сейчас, наверное, нам покажут, как вот этот Хосё Кукаге слился с первым элементом. Этой войне нет конца, гибридов не остановить. Но ведь благодаря биотехнике мы можем поглощать энергию первого элемента. Этого недостаточно, я должен слиться с первым элементом. Только тогда я смогу биться с гибридами на равных и, наконец, закончить войну. Исключено, ты сам станешь гибридом, врагом всего человечества. Я не позволю тебе сделать это. Понятно? Ну давай. Ух ты, тихо-тихо, я ж назад. Нажал же назад. Так, нормально, нормально. Давай, чувак. Отлично. Так, держись. Чё там? Ну чё, ты будешь биться-то? Ну, чё, не использовался-то? Ай-яй-яй! Отлично, ладно. Я думал, что он меня всё-таки заденет, но он мне дал провести спецатаку. И я победил. Короче, сейчас нам показывают историю как раз Хосё Кукаге и Масуты. Они были друзьями, все дела. Enable to arm his... Ага, это вот, наверное, Масута, да? Он видит Хосё Кукаге. Это еще не все. Я остановлю их. Один герой, свет и ничего более. Но мне придется, короче, примкнуть ко тьме. Прощай, брат. И он ушел, короче. Понятно. Ну, такая предыстория. То есть нас сейчас знакомят все-таки с сюжетом. Да, здесь есть сюжет, несмотря на то, что игруха бесплатная, здесь есть донат. Но пока что игра особо его не навязывает. Голос за кадром, короче. В это время в другой части базы. Я здесь. Так что прошу, отпустите моих... Асфальт пошел нафиг. Отпустите моих друзей и не разрушайте воздушный город. О, их и пальцем не тронут. Если ты сольешься с первым элементом и станешь гибридом, тогда будешь казаться им монстром. Тебя будут презирать, проклинать. Я не такая, как ты. Ты предал бойцов душ. Предал? Вы знаете, почему я так поступил, но вам это не важно. Отведите девчонку в капсуле клонов и начните трансформацию. Сотрите ее память, сделайте из нее марионетку Альянса Священного Огня. Ублюдки, почему вы так поступаете со мной? Потому что ты нужна гибридам. Откажешься от трансформации, и воздушный город будет разрушен, ясно? Мы отправляемся на поиски нашей следующей цели, девушки-ниндзя, а ты присматривай за девчонкой. Вот он у нас Тор. Можешь не переживать, я раскрою череп любому, кто посмеет причинить нам беспокойство. Fight. Ну давай. А я как раз буду этим заниматься. В режиме схватки можно использовать реликт для пассивного улучшения параметров или применения разрушительных навыков. Окей, так, завершите этап за 140 секунд и завершите этап с 30% здоровья. Короче, понятно. Чё за реликт?
Реликт полностью заряжен, он может наносить огромный урон. Коснитесь значка реликта, чтобы использовать его, давайте. Вау. Короче, у нас здесь три волны, я вижу. Отлично, давай. Фигачим их. Что-то там было написано, но я не успел прочитать, потому что пацанчики начали. Воу. Отлично. Ах ты собака, он меня все-таки задел. Но ничего, у меня жизнь вроде бы неплохо. Ух ты, собака не успела уклониться. Вау, тихо, тихо, тихо. Снова укрылся. Тихо, нате вам. Тихо, тихо, давай, чувак, назад. Блинский, ай-яй-яй-яй-яй. Меня тут с одной и с другой стороны фигачат. Все, завалили всех. Че у нас дальше-то, блин? Я только сейчас начал потихонечку вклиниваться в то, что здесь происходит. Куй, не бойся, я пришел за тобой. Внезапно перед Масутой Сайбой появляется тень. Давненько мы не виделись, Масута. Тебе не удалось предотвратить трансформацию Хосёку Каге. Видимо, придется напомнить тебе, как болезненны мои удары. Понятно, мы сейчас с Тором с этим будем как раз сражаться. Получили награды, немножко баблишка. Короче, пока вот третий этап проходит, и я, в принципе, не видел навязывания доната. Все пока что нормально. Командный режим у меня открылся. Приглашайте людей в команду. Прикольно. И что, нужно будет нажать прям? Ну давай. Врата Осириса. Прикольно. Найдите внезапные аккумуляторы и другие таинственные подарки. Так, Маджо Дуэлин какой-то там. Так, ну, битва, допустим. Глобальный поиск. Короче, как я понял, в этой игре вы можете в кооперативе биться или проходить какое-нибудь задание со своим товарищем. Итак, файт, файт, давай, давай, фигачимся. А, ну один слева, другой справа. Нам будет, кстати, Андрюхе попробовать приглашение пустить. Посмотрим, может... Ух ты, нифига он меня... Воу. Ах ты, собака, сбил мою суперспецатаку. Это у нас Босяцкий, да? Все, да, Босяцкий закончен. Так, я вижу вас. Опасность, опасность. О, Каин, ну иди сюда. Опа. Офигеть, я не успел уклониться. Давай, 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 давай. Тихо. Отлично, завалил. Он, правда, моего Тора немножко помазал. Блин, а надо мне тоже какую-нибудь аватарку установить, а то у меня какой-то безликий чувак. Способности реликта, используемые в режиме схватки, могут проявляться разными способами. Например... А, все, короче, дальше проходи следующую главу, понятно. Окей. Так, кем будем сражаться-то? Давайте вот эту девчулю попробуем, я ей еще не бился. Блин, даже не посмотрел, у меня там бонус класса или не бонус класса. Блин, мне эта карта напомнила одну из карт из богов арены, если помните. Нате! Так, а здесь, смотрите, у нас немножко другая у нее комбо-атака. Ну-ка. О, отличненько, прикольно. О, она... Подождите, она на роликах или на коньках? Опа, давайте посмотрим на эту спецуху. Ай-яй-яй, тихо-тихо-тихо, ты за что так девушку-то? Я уклониться даже не успеваю. Вот так тебе. Да что ты будешь делать-то? На! Собака. Да ладно, здесь начинает уже подгашивать чуть-чуть. Все. Разошелся. Жаль, нет фатальти каких-нибудь. Ну, таких... Не кровавых. Да, у нее что-то вроде коньков на ногах. Так, мы победили. Это все замечательно. Так, это сержант Кейн. Воздушный город. Что случилось? Связь пропадает.
Я должен был быть сильнее, нельзя было позволять себе трансформироваться. На этот раз все будет иначе. Я вырву Куи из лап своего бывшего друга. Думаешь, ты искупил свои грехи? Пора заканчивать этот жалкий спектакль. Fight. Ну давай, иди, где ты там? Побеждайте головорезов и получайте предметы. Ух ты, блин. Так, вот. Офигеть, у них... Вот, тихо. Чё за... А чё это такое? Вот. Блин, я думал вот это... Тихо, подожди, давай-ка предметы соберем. Там еще какой-то этот был. Спецуха! Ай, поджег меня засранец. Смотрите-ка, у меня вроде бы как регенерация есть. Это может быть какой-то ее пассивный навык. Так, у нас все, кстати, на время. Так, тихо, куда разошелся, блин? Отлично. На, вообще нормально, девчонка. Валит так. Опа. Нифига себе, блин, двухуровневая какая-то стадия. И вот у нас Торчик появился. Вот мы и встретились вновь. Но, боюсь, тебе никогда не удастся искупить свои грехи. Я больше не повторю свою ошибку. Прочь с дороги. Хочешь меня убить? А ты знаешь, что девчонка сама решила стать гибридом. Я не так хорошо ее знаю, а вот ты знаешь меня, не так ли, старый друг? Так, тихо, разошелся, ты чё? Во, нормально. Я думал, что вот этот реликт, он разный каждый раз. То есть у каждого персонажа какой-то свой реликт. Тихо ты. Чё такой дерзкий-то? Тихо. Ах ты, собака! На, тихо! Сейчас, да я тут умею уворачиваться. Но на самом деле жизни достаточно много у персонажей. Блин, у нее сейчас стойка такая была, прям как у Sailor Moon. Опачки, мы Кейна получили, сержанта. Пробивает блок цели, отведаем его железного кулака. Прикольно. Так, у нас мультяха какая-то. Масута. Куи. Я говорил, что с твоим домом. Прости. Я должна быть мутантом. Тогда мне придется тебя убить. Оставь. Что-то я не понял, она в самом начале игры, то есть... уже была слита с первоэлементом. Миссия чего-то там. Никаких сожалений на этот раз. Она точно не должна ни о чем пожалеть. Глава 3. Завершена. Так, заметка. Снова у нас улучшение. Открыта арена. Бросьте вызов всем вашим заклятым врагам. Итак, ну тут, скорее всего, даже если арена у нас открылась, то мы будем сражаться против бота. Сразитесь с противниками из списка слева в битве 3 на 3 и получите награды для повышения ранга Масуты Сайба. Выберите 3 чемпионов для боя, необходимо одержать не менее 2 побед в раундах. 3 победы подряд принесут бонусные очки. Окей, чё тут в магазин нас просят отправиться, чё такое купить? А у меня вообще была валюта-то. В зависимости от вашего ранга на арене вы можете получать жетоны, чтобы тратить их в лавке арены и повышать ранг Масуты. Возвращайтесь на арену. Окей. Так, теперь типа выберите. Ну я, наверное, выберу вот послабее девчулю. Потратить самоцветы 10, чтобы пропустить бой. Не-не-не, я не хочу пропускать бой. Так, я... Чё, просто вот сюда... Ага, противник, ну здесь достаточно что-то слабый противник, давайте вот может эту выберем. А здесь он достаточно мощный. Вот этого, наверное, выберем. Давайте пока пробный. Я просто боюсь, что мне накостыляют и я все очки пропущу. Ручное управление боем, давайте. Итак... Практически одинаковые у нас здесь персонажи. Блин, арены.
Офигеть, тут сколько аренды. Раунд первый. Fight. Погнали нахрен. Ух ты, она сердечко мне пульнула. Ты такая добрая девчуля. Взяла и сердечко мне пульнула. А, тихо. Ты чё разогналась-то? У меня, думаешь, комбо нету, что ли? Отлично. Чувак с зонтиком выиграл. Вот если бы он так не танцевал, я бы его назвал Таксидо Маском. Но это не Таксидо Маск. Раунд второй. Зафайкайтесь. Тихо. Блин, у нее вообще жизни почти не отбавляются. Нати. Тихо. Давай-ка мы его оглушим. Отлично. То ли у меня какой-то бонус класса суперский, что они вообще у меня жизни не успевают отбавлять. То ли это просто боты. Как бывает же, в Marvel Битве Чемпионов на арену отправляешься, ну, в тот же конфликт. И там, о, мы два боя победили и все. Так, а давай мы реально возьмем какого-нибудь чувака посерьезнее. Вот, допустим, их. Отлично. Против Кейна как раз поборемся. И надо посмотреть на самого Кейна. Майкл Джексон, что ли? Тихо. Ух ты, нормально. Чё ты? Идёшь драться или нет? Ну, зончик такой еще боевой. Тихо. Ух ты! Слышь, я сейчас танцую ведь. Ослепительный. Беспощадность, да? Тихо. Вау! Вот он четко кидает. Прикольно. Так, далее Коко Галь. А! Давай подеремся. Ну давай, Fight. Давай. Ух ты, нифига себе ты можешь. На. А, вот сердечко как раз. О, еще она снизу может пускать. Тихо. А теперь я тоже свою спецатаку. Так. Тихо. Ах, так, да? А, черт, я промазала. На тебе. Да нифига себе, блин, она. Да что ты будешь делать? А, она меня сейчас завалит, ты че? Подруга, успокойся. Она меня сейчас точно сделает. Ну-ка, давай. Все на меня. Обалдеть. Это мое первое поражение. Так, ну все, Масуто должен сейчас все сделать красиво. Давай, Кейн, иди сюда. Че будешь биться-то? На тебе. Пока все неплохо проходит. Ну что-то он вообще атаковать не хочет. То один атакует. Тихо. А теперь вот это. Ах ты, собака, блок успел поставить. Нормально. Тихо. Блин, он не хил так жизни отбавляет. Ах ты, собака, успел блок поставить, да? Тихо, ты развернись. Масуто, ты чё? О, тихо. Тихо. Офигеть, блин. Нет уж, я тебе эту битву не сдам. Теперь все, отлично, блин. Что-то они на половине боя, что ли, просыпаются как-то. Вначале ты фигачишь их, фигачишь, а потом они как будто такие: а, надо сражаться. Все, завалено. Отлично. Короче, у нас здесь есть арена.
где можно дополнительные какие-то награды получать, как я полагаю, провести несколько боев. Отлично. Сумка. Что у нас в сумке? Продать можно. Это, короче, куча предметов. Есть фрагменты. Окей. Так, давай. Задание. Здесь еще что-то у нас выполнилось. Получить. Отлично. О, сверху я сейчас открою сундучок. Надеюсь, там что-нибудь интересное. О! Пройдите уровень, чтобы получить биотехнические предметы. Открыта глава 4. Ну ладно, это мы уже посмотрим в следующем видео. Спасибо всем, кто поставил большой палец вверх под предыдущим видео. Благодаря вам я продолжаю играть. Ну и мне самому интересно поизучать этот файтинг, что же он нам предлагает еще. Так, с ареной у нас все. Трой Харди какой-то, эксклюзивный костюм. Получите на 8-й день. А, то есть, короче, посмотреть рекламный ролик. Выполняйте дополнительные задания за награды. Этим я позже займусь. Так, открыть все. Что у нас с чемпионами? А че, нету, да, нет, смотрите-ка, есть чемпион. Давайте подтвердить, использовать все, развить чемпиона. У него класс С. Здесь, скорее всего, есть какие-то обычные, необычные, редкие, эпические и легендарные персонажи, я так думаю. Потому что здесь они у нас имеют вот ранги, звезды. Давайте повысим ранг. Вот, он теперь у меня двузвездный. Отлично, у него здоровье повысилось, атака, защита. Смотрите-ка, тут у нас какая-то фишечка, типа может мастерства, то есть можно улучшать какие-то показатели его. Класс А, открытие главного навыка 2. То есть потом еще какие-то появятся, да? Ладно, посмотрим на это позже. Короче, у меня уже 5 персонажей, это неплохо. Давайте зайдем, глянем в сумку, что здесь у нас. Тоже использовать. Это продавать мы не будем. Пусть остается. Реликт. Так. Поздравляем игрока с получением уровня А чемпиона Калис Слайдер. Так. Один раз за обычную. Не, пожалуй, я этим не буду заниматься. Так, друзья, вот у меня. Кто-то хочет добавиться здесь. О, Андрюха, давай мы его добавим. Добавим и тебя добавим, и тебя добавим. В следующий раз, может быть, возьму напарника и сыграем там в сюжете или против друг друга. Так, реликт, чемпионы, карнавал. Ёперный театр, сколько тут всего. Собирай да собирай. Кстати, дается вот эта премиум-валюта. На эту премиум-валюту можно какие-нибудь сундуки брать. Давайте соберем. Все, нормально. Так, сбор. Что здесь у нас? Награда. Так. И че, вот я нажимаю, нажимаю. У меня, может, деньги тратятся. Ладно, с этим потом разберемся. 5-й день. Вечернее платье. Это для этого чувака. 6-й день пока у нас закрыт. Окей, предположение. А, ну здесь все у нас за баксы. Здесь тоже акции, санкции, отметка. Это каждый день заходим, что-нибудь дозабираем. Во, еще 50 можно забрать. Капсула получить. Больше 20 минут поиграем. Так, мне нужны не чемпионы, мне нужно призвать. Вот есть у нас здесь клонировать. И тут можно премиум открыть бесплатно. Типа, короче, как в Need for Speed No Limits, допустим, через 2-3 дня доступен какой-нибудь новый персонаж. Здесь мне дают лишь 3 первые элемента Троя Харди. В дальнейшем, я думаю, я его открою. Ну и средний тоже откроем. Здесь обычно какой-нибудь материал выпадает, персонажи редко. Пока еще ни разу не выпадало. Ну, нормуль, нормуль. Премиум следующий будет готов через 46 часов, грубо говоря. Ну, через 2 дня. Ну что ж, на этом я, пожалуй, закончу. Это было продолжение сюжетной кампании в мобильном файтинге Final Fighter. С вами был по-прежнему Фликер. Всем спасибо за просмотр. Ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на мой игровой канал, делитесь видео с друзьями и не забывайте оставлять комментарии. Всем пока!